количестве, потому что девчонка настолько шикарно и чисто поет, что любой другой именитый исполнитель нашей латвийской эстрады может ей только позавидовать. Ну что, тьфу-тьфу-тьфу, очень страшно, конечно, когда так объявляешь, чтобы потом, знаете, не налажать. Но я уверена, что у нее все будет хорошо. Диана Юдельсон, под ваши аплодисменты. I hold my heart for every day.
как всегда, прекрасны. Я считаю, честно говоря, что аплодисменты должны быть громче. Я не знаю, устали вы или нет смотреть, но мы стараемся для вас, чтобы вам все нравилось, чтобы все было хорошо. Денис, Алексей, еще подарочки, да, разыграем сейчас? Конечно, буквально? Конечно, конечно, еще подарочки. Ты берешь.